центр белорусской культуры в деревне спортсменов. Экспозиция предоставлена Национальным историческим музеем Республики Беларусь. И здесь мы демонстрируем наши традиционные женские костюмы 19-20 века различных регионов Беларуси, различные по силуэтам, дизайну. И теперь также тут представлено наше национальное ремесло самоплетение. И белорусские музыкальные инструменты. Также гости нашего центра могут ознакомиться с экскурсией виртуальной по Кревскому замку, построенному в 13 веке и являющимся очень важным и значительным для белорусской истории. Кроме того, мы здесь проводим мастер-классы, например, по лепке из глины или изготовлению традиционных обереговых кукол. Они пользуются большой популярностью у наших гостей. Дружбы. Традиция ткани на досточках насчитывает более 1000 лет. И мы предлагаем нашим гостям присоединиться к этой работе, выткать пояс дружбы. Идея заключается в том, что каждый из наших гостей, спортсмены, в то время, когда его ткут, думают о чем-то хорошем и тем самым наполняя его хорошей энергией, позитивной, получается, пояс дружбы.